Друзья, добрый денечек. Сегодня у нас воскресенье, 26 июня. Вот, я сегодня фидерил. На фидер карасика половил он. Садочек лежит. И смотрю, здесь много плещется и гуляет в остробрюшке. Это рыбка типа уклейки на западе. Только в уклеечке брюхо кругленькое, а у этой острое. Вот поэтому ее называют остробрюшка. Попробуем. Я первый раз забрасываю. На этом водоеме первый раз ловлю. Наксул, палочка Neoline 0,1-2 грамма. Вот. Опа! Есть поклевочки, друзья, есть поклевочки. Вот, вот первая рыбка. Первая рыбочка, друзья, на этом водохранилище. Вот. Эх, ушла, ладненько, иди. Мормышечка такая малюсенькая. Вот как зернышко маленькое. И кусочек, маленький кусочек искусственного мотыля. Платиджоновский мотылек. Он мелкий. Само то ли такой мормышечек есть. Мотыль крупный. Ну, не пойдет на сюда. Ух, какая. Ух, друзья, какая потяжечка-то была. Сорвалась. Сорвалась рыбка. Опа. Сорвалась рыбешечка. Хорошенькая была. Палочка. Я уже ловлю ее второй сезон. В этой части мормышечки, микроджиг, микрокалибло. Изумительный инструментик. Изумительный инструмент, друзья. Опа. Ух, какие, видите, поклевки. Поклевки. Злющие поклевки, друзья. Ну, вообще такая рыбка-то бойцовская, конечно. Интересно. Оп, иди сюда. Иди сюда, подруга. Вот она. Ай, яксель ты моксель. Да я тебя сфотографирую и отпущу. Че ты? Вот видите, ядрененько так схватило. Вот она. Да что ж ты, не хотят сфотографироваться, и все. Скромные рыбки. Очень скромные. Здесь, конечно, можно и наколебалочку, но времени нет, мне далеко ехать. Поэтому я мормышечки даже менять не буду. Вот, еще одно. Это заглотило хорошо. Это кандидат на фотографирование. Зачетная тема. Классная рыбалка, друзья. Хорошая бойчишка. Бойчишечка. Опа. Боец такой хорошенький. Для такой палочки. Не чебак, конечно, но так вот половить, душ отвести. Классно. Совмещать если с отдыхом. Ух, друзья. Неплохой экземпляр. Опа, иди. У нас ее в народе называют селедка. Быстробрюшечку эту. Погода не побаловала. Я выезжал, был дождик. Приехал на место, дождя нет. И один раз брызганул так слегка. А так прекрасно. Пасмурно. Прохладненько, хорошо. Комфортная сегодня была рыбалочка. Очень. Так, друзья, попробую, знаете, все равно мотыля от Беркли я делал. Три сегментика. Вот такая получается картина. Есть. Красоточка.
съела мотылика и на пустого взялась. На пустую, вернее, мормышку. Вот Беркли мотылек. Крупный довольно-таки такой по сравнению с этим. С лакиджоном. Три сегмента. Затолстый сегмент. Наживляю. И получается вот такая вот красотень, друзья. Чуть спиннинг с рук не вырвало. О, вот так вот. Иди, иди, иди. Меньше с собой возни. Фотографии есть. Много не надо фоток. Есть, есть. Ох, жадюга. Ну, блин, какая бойкая. Бойкая, резкая. Есть, есть. Видите, брюшко какое острое, прям острое-острое. Поэтому ее и зовут Вострабрюшка. Так, друзья, ну еще, наверное, одну-две. И погнал я отсюда. Забираю карасей. И домой. Ух, елки. Вот это подтяжка была, блин. Вот это была подтяжка. Видать, какая-то хорошенькая была. Потому что потянула очень серьезно, прям как чебочина. Хорошенькая такая, мясистая, упитанная, не то что на речках, там более прогонистая, худая, здесь такая спина широкая у нее, пузо. Есть, есть, ух ты ж бойчишка. Вот это бойцы. Вот это бойцы они. Шикарно кидает эта палочка. Блин, как я от нее в восторге, в огромнейшем я от этой палочки. Одной лайна. Есть, есть. На выбросе прям взяла. Друзья, прям на выбросе. Смотрите, как кайфово. Как вяжет. О, хорошенькая. Ух. Добротный экземплярчик. Экземпляр очень хороший. Экземпляр. О, красавица. Иди. Прям на выбросе цепанул. Ну все, еще одну и сваливай. Все. Все хорош, хорош. А то затянет до вечера. Домой далеко ехать. Есть. Ух, хорошие. Хорошие. Ух, так это же это горбушка ханкайская, ребят. Ханкайская горбушечка. Ханкайская горбушечка. Оказывается, она здесь тоже водится. Не знал. Не знал, друзья.
Все, друзья, порыбачил. Палочка огонь. Под мормышечки, под микроколебалочки, под микроджиг. Просто песня. Все, заканчиваю рыбалку. Neoline. Огонь. Палочка хорошенькая очень. До встречи, друзья, на заемах Приморского края. Всем всего доброго.